Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Ну что ж, пришло время снова нам разобрать фундамент прошлого дня, чтобы отследить те изменения, которые произошли с нашим традиционным набором активов, за которыми мы следим и пытаемся определить наиболее вероятные направления движения. Поскольку исходим мы с вами в основном из долгосрочных ориентиров, соответственно, и больше акцент делаем, опять же, на фундамент, который хоть и публикуется регулярно, но выводы мы стараемся делать более системные. То есть отследить общую картину – это наша первоочередная задача, и понять, в принципе, как трейдеры относятся к риску, к доллару и к прочим активам. Поскольку за последние торговые сутки произошли определенные изменения на рынке, вы их наверняка заметили, доллар с минимальных значений против иены выбрался в плюс по итогам вчерашней торговой сессии. Сейчас мы видим, как восходящее движение продолжается. Я думаю, то, что была проведена определенная работа над ошибками, и Трамп, в принципе, понимает то, что, возможно, наломал дров, в последнее время отправил исправлять ситуацию у главного казначея Мнучина, который реабилитировал американца и создал, на мой взгляд, пока что неплохой краткосрочный. Не будем говорить о том, что все. Мы наблюдаем сейчас разворот по американцу, который может увести снова пару в район 115 йен против доллара. Но то, что сейчас доллар-йен растет, это совершенно очевидно. И если этому росту удастся погасить, опять же, негатив, связанный с геополитической напряженностью, тогда мы с вами наконец-таки вернемся к нашему растущему тренду, который хотим увидеть по американцу очень давно. Ну, обо всем давайте поподробнее, конкретнее и в свою очередь. Начнем мы, как и всегда, с рынка нефти. Клос, собственно, прошлого дня 55.47, сейчас актив торгуется чуть ниже, 55.28. То, что мы не наблюдаем сейчас роста цен на черное золото, это, конечно же, хороший сигнал для нас, для медведей. А в целом, исходя из новостной картины, я снова обращаю ваше внимание, то, что на текущий момент, возможно, вот уже три торговые сессии на рынке доминируют медведи, это может быть связано с тем, что руководствуются идеей, опять же, угрозы повышенной со стороны США, угрозы того, что объемы добычи там будут увеличиваться, и, соответственно, этот рост уровня производства компенсирует все те блага для котировок, которые присутствовали до этого. Почему сейчас рынок активно обратился к статистике Штатов? Ну, потому что ее было очень много. Во-первых, количество нефтяных терминалов, сланцевых, буровых, вы помните, этот отчет был опубликован в четверг, мы увидели очередной прирост уже 13-ю неделю подряд, плюс 11 штук до 683, рост больше 150%, меньше, чем за год. И пока что не предвещает ничего слома данного тренда, ведь цены на нефть находятся по-прежнему на очень высоких значениях, и уж тем более на тех уровнях, которые с лихвой покрывают рентабельность этого бизнеса. То есть возможность не только работать выше уровня маржи, но и прилично зарабатывать. Поэтому, как я уже отмечал, конечно же, вывод должен напрашиваться сам собой. Сланцевых производителей будет все больше и больше. Подтверждением этих слов является статистика от администрации энергетической информации. Еженедельные данные, собственно, запасы нефти пока что, возможно, отражают ситуацию с повышенным спросом на топливо и загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Но вот уровни добычи сейчас зашкаливают. Прирост за неделю плюс 35-36 тысяч баррелей в сутки. Завтра у нас свежая порция данных. Посмотрим, что изменилось за прошлую неделю. Но думаю, что мы можем ставить как минимум на увеличение добычи на 15-20 тысяч. И этого все равно очень много. Плюс медвежья идея также подкрепляется тем, что были пересмотрены прогнозы ОПЕК и той же самой администрации энергетической информации по уровням добычи нефти до конца, собственно, этого года и уже в 2018 году. Сейчас спекулятивный интерес к нефти настолько высок, то что мы можем даже наблюдать максимальное сейчас значение по длинным позициям, контрактам на рынке за период больше, чем за месяц. Может быть, если правильно проанализировать эти данные и вернуться к тематике психологии трейдинга, то
тому, как обычно ведет себя рынок после вот этих локальных ностальгических экстремумов, можем увидеть еще одну предпосылку для коррекции и в этом. И еще, с вашего позволения, я хочу обратить внимание ваше на статистику по Китаю, которая вышла вчера. Мы с вами анализировали отчасти данные по ВВП. Вы помните, в ходе вчерашнего брифинга я говорил вам про квартальные значения, которые оказались хуже, действительно, чем прошлое значение. Но если вот проследить годовой показатель, то значение на самом деле очень даже ничего. 6,9% – это если верить цифрам. При этом действительно, это лучший показатель, больше, чем за последние 6 кварталов. Но знаете, в чем здесь заключается подвох? Если кто-то из вас помнит, а я уверен, то, что непременно помнит тех, кто регулярно посещает брифинги, примерно несколько месяцев назад мы с вами уже говорили про то, что статистика-то по Китаю может быть рисованной. И по некоторым провинциям это уже подтвержденный факт по состоянию промышленности. Чиновники поплатились самой жесткой меры наказания. Поэтому еще несколько месяцев назад, когда мы с вами говорили про прежний показатель экономического восстановления в 6,7%, мы ставили на то, что истинное значение примерно на 20% ниже. Я сейчас снова акцентирую ваше внимание на то, что эта идея, она по-прежнему сохраняет свою актуальность. И ее можно еще объяснить крайним таким парадоксальным, стабильным показателем ВВП, который наблюдается по экономике Китая вот на протяжении, получается, последних 3 лет. Мы видим то, что экономическое восстановление держится там в диапазоне 6,7 и 2%. Для развивающегося рынка такая стабильность – это самый настоящий нонсенс, потому что даже по развитым площадкам, как вы знаете, мы можем плясать по факту и по ожиданиям, разброс может быть показатель ВВП больше, чем в 1%. И исходя из этого, может быть, как раз это и является подтверждением того, что статистики, они искусственно завышают данные, чтобы сохранять показатели от стабильности, консенсус общего восстановления. То есть истинная картина может быть на самом деле совершенно не такой. То, что сейчас каким-то чудом после того, как буквально весь 16-й год мы с вами говорили об исключительной слабости розничных продаж, промышленного производства, снижении капиталовложений в народное хозяйство, был исключительно негативный тренд. Сейчас вот последняя статистика вчерашнего, собственно, дня указала на то, что показатели превзошли ни с того ни с сего прошлые значения и оказались на максимальных уровнях чуть ли не за несколько лет. Я думаю, что, видимо, действительно здесь есть какой-то подвох. Странно видеть такую цифру, потому что если бы было постепенное нарастающее улучшение, ну, может быть, да, меры Народного банка Китая оказали поддержку региону. Но здесь, я думаю, то, что все-таки статистика на самом деле не такая красивая, как мы видим в цифрах, и, может быть, это опять же приурочено к 19-му съезду коммунистической партии, который состоится осенью. Может быть, если порассуждать, поразвивать эту тему, мы сможем понять, откуда растут ноги и почему так происходит. Поэтому, если кто-то из вас все-таки верит сейчас в экономику Китая и считает то, что вчерашние отчеты, подтверждение того, что Поднебесная наконец-таки перешла из фазы вот жесткой посадки к демонстрации, пусть еще не выраженного, но все-таки уже очевидного роста, не торопитесь с выводами. Мой субъективный, еще раз повторяю, вывод заключается в том, что Китай мы по-прежнему можем рассматривать с точки зрения риска для мировой экономики. Поэтому я не хочу ставить на Китай как на поддержку для цен на нефть. И не рекомендую вам тоже, собственно, разделять другую позицию. Поэтому, если вернуться к рынку нефти, единственный позитивный момент, который сейчас на рынке сохраняется, это ожидание продления действия энергетического пакта. Большинство стран ОПЕК считает то, что это инициатива похвальная, ее нужно поддержать. Саудовская Аравия, которая, в принципе, является, скажем так, лидером мнения среди ближневосточного картеля регионов этого объединения, считает то, что пока
Такие, опять же, лозунги и заявления преждевременны. Нужно посмотреть, что будет с рынком уже под конец первого полугодия 2017 года. То есть и здесь тоже есть определенный такой налет негатива. Надеюсь, то, что позиции медведей будут крепчать. Надеюсь, то, что последние три сессии распродажи не станут лишь точкой опоры для последующего роста, больше склоняюсь к тому, что дальше мы увидим снижение цен на черное золото. Рубль 55,95, не будем останавливаться, давайте дальше идти. Доллар, японская иена. Вот здесь в начале брифинга я уже отметил то, что у американца появились крылья, которые позволили ему снова прессинговать против защитного оппонента японской валюты. При этом геополитическая напряженность вокруг Сирию, наверное, немного опустим, Северной Кореи, сохраняет свою актуальность. С чем же был связан такой позитив к доллару? Ну, у нас вчера и статистики не было, по сути, ничего, на что можно было обратить внимание. Но у нас была возможность послушать комментарии Буллард, который оказался не таким жестким, скажем, в собственных комментариях, как прочие представители американского регулятора, но тоже отметил то, что повышение процентной ставки, как минимум единожды до конца 2017 года, будет уместно. У нас вчера была возможность послушать вице-председателя американского регулятора Стэнли Фишера, который отметил, что меньше всего, чего сейчас хочет американский регулятор, это того, чтобы очень сильно разнилось позиционирование рынка по поводу того, что будет с монетарной политикой и самими действиями ФРС. Это опять же подтверждение того, о чем я вам говорил. Американский регулятор не хочет ни в коем случае и в прямом смысле не заинтересован в росте волатильности, особенно в связи с какими-то паническими настроениями и неопределенностью. А причиной и источником этих панических настроений в рамках американского фондового рынка могут быть отсутствие, опять же, выполнений или отсутствие связи, скажем, ожидания рынка с действием американского регулятора. То есть, если ФРС, резюмируем, дал понять то, что ставки будут повышаться, я думаю, то, что и рынок постепенно будет готовиться к тому, что это произойдет. И мы с вами, как спекулянты, не должны отказываться ни в коем случае от этой идеи. Ну и опять же, при всем уважении к Стэнли Фишеру, к Булларду, не они стали, собственно, драйвером для американской валюты в рамках вчерашнего дня и сегодня. Есть еще один представитель, главный казначей Соединенных Штатов Америки, считается то, что очень хороший друг Дональда Трампа, Мнучин, который, собственно, в Financial Times вчера сделал заявление о том, что дорогая американская валюта выгодна для долгосрочных трендов, опять же, и в том числе и по экономическому росту США. И отметил то, что Дональд Трамп, который за неделю до этого высказался о том, что дорогая валюта не нужна, и имел в виду то, что дорогая валюта, то есть высокий курс бакса, не выгоден в краткосрочных горизонтах. Мне кажется, это самая настоящая работа над ошибками, попытка прояснить ситуацию, и пока что не будем смотреть на совсем далекие горизонты, потому что какое-то очередное ненужное заявление со стороны представителей Северной Кореи либо США могут испортить, опять же, настроение, которое сформировано за последний день на рынке, и снова, по сути, обеспечить доллар против иены импульсом снижения. Но пока что настроение позитивное. Давайте все-таки, как бы не хотелось сейчас войти в сделку по доллару японской иене, несмотря на текущий фундамент, скажем так, посидим на заборе, посмотрим, как доллар будет реагировать и переваривать новостной фон вчерашнего дня дальше. Сможет ли он заручившись поддержкой вчерашнего дня и комментариями Мнучина, сохранить растущий тренд сегодня и с каким настроем подойдет к концу текущей торговой недели. Если мы поймем то, что этого позитива было достаточно, чтобы перекрыть все еще неизменный факт эскалации геополитической напряженности, тогда начнем уже покупать американца. Но сейчас, опять же, реагировать на вот эти локальные колебания и считать то, что это сигнал того, что сейчас прекрасные условия для покупок доллара, я думаю, что будет неправильно. Я считаю то, что если мы с вами позиционируем себя как долгосрочные трейдеры, не будем
будем, опять же, поддаваться какому-то малейшему колебанию рынка, в том числе даже тому, которое нам на руку, как покупателям доллара. Сегодня из важных событий промышленное производство в США. Я думаю, то, что отчет вряд ли нас разочаруют, но опять же, статистика может быть совершенно другой. Если будет какой-то негатив, нужно будет в этом покопаться. И я постараюсь это сделать, чтобы завтра снабдить вас уже актуальной информацией. Фунт против доллара. Здесь ситуация в целом не меняется. Раз американец у нас получил пока импульс, рисковые активы сейчас уже снижаются. Фунт теряет. В целом понижательная тенденция, ну пусть за, скажем, исключением вчерашнего дня, характерна для евро, снижаются другие рисковые активы, австралиец, новозеландец, это тоже хороший знак. Золото пыталось вчера добраться до сопротивления 1300 долларов за тройскую унцию, используя поддержку эскалации геополитической напряженности, а также на фоне общей слабости доллара до вчерашнего дня, постфактум отчетов слабых по розничным продажам и индексу потребительских цен пятничной давности. Но, видимо, понимая то, что сопротивление 1300 долларов за тройскую унцию – это слишком крутое значение, форсировать события и говорить о том, что быки смогут наскоком одолеть на старом фундаменте, это понимают все. Поэтому либо сейчас идет проторговка, консолидация, быки снова набираются силами, либо мы уперлись как раз в тот самый горизонт вот будущих событий и предел возможностей тех покупателей, которые использовали поддержку новостного фона. И сейчас будет уже назревать потенциал для дальнейшего снижения и возвращения золотого актива к уровню ниже 1250 долларов за тройскую унцию. Конечно же, эта идея будет более состоятельной, если мы осознаем то, что трейдеры также поняли, что продажи доллара были уж слишком чрезмерными за последнее время. По золоту тоже пока рекомендуем не торопиться. Американский фондовый рынок реабилитировался вчера. Мы видели растущую и очень неплохую динамичную зеленую бычью свечу. А сейчас котировки, собственно, S&P находятся на отметке, секундочку, 2343 пункта, даже можно сказать 1344 пункта. Поддержку американской бенчмарки оказал технологичный и финансовый сектор Соединенных Штатов Америки. Ну и, собственно, комментарии Мнучина, которые также повлияли на настроение трейдеров. Ну, может быть, даже оптимизм связан больше с ожиданиями того, что результаты первого квартала позволят говорить о росте капитализации, опять же, американских компаний больше, чем на 10%. Чрезмерно радужные ожидания по результатам хозяйственной деятельности компании. Ну, может быть и да. Но пока что нет предпосылок отказываться от того, что результаты действительно окажутся лучше, чем в прошлый период. USD/CAD у нас потихоньку стремится к сопротивлению 1.34. Сейчас пара торгуется на отметке 1.3320 против канадца. Выступает нефть, спасибо ей. И еще у нас впереди пятничный отчет по инфляции в Канаде. Вы помните, что Пауэлл, который возглавляет Банк Канады, отметил то, что инфляция по-прежнему находится в нисходящем ключе. Если мы в пятницу получим подтверждение того, что индекс потребительских цен снижается, тогда давление на канадцев может серьезно возрасти, и мы наконец-таки сможем оказаться выше отметки 1.34. Австралиец против доллара. Обещал вам обратить внимание на этот дуэт активов на австралийцев, потому что сегодня на азиатской сессии мы видим, как пара находится под давлением, австралиец активно теряет стоимостные позиции, реагируя на протоколы, которые вышли несколько часов назад. И я благодарен, опять же, данному новостному фону, потому что увидел и услышал все, что хотел. Резервный банк Австралии отметил то, что крайне сейчас замотивирован, чтобы решить те проблемы, которые характерны для потребительского сектора, для рынка недвижимости и рынка труда. То есть Резервный банк Австралии признал, что последнее улучшение по показателям, вы помните, они были очень хорошими по рынку труда, когда занятость резко возросла. Это позитивный, безусловно, фактор, но он основан на слабых основаниях, простите за тавтологию. Ну, то есть те причины, которые привели к росту, опять же, показатели занятости, они нестабильны и очень быстро могут сойти на нет. Резервный банк Австралии еще раз отметил то, что настоящим головником для них является
рост задолженности домохозяйств и закредитованности потребителей, которая наблюдается сейчас на фоне довольно скромного прироста по заработным платам. И еще один важный комментарий. Как и в прошлый раз от Резервного банка Австралии и лично Филиппа Лоу мы уже получали этот сигнал, то что австралиец по-прежнему является переоцененным инструментом и крайне дорогим активом, который усложняет перспективы экономического восстановления. Это, друзья мои, не краткосрочный фактор давления. Это сигнал, который указывает на то, что Резервный банк Австралии будет больше действовать в рамках более мягкой экономической политики, нежели, опять же, снабжать рынок комментариями о том, что постепенно грядет переход к более жесткому монетарному курсу. В связи с этим австралийцы как раньше продавали, так и продаем. По новозеландцу сегодня есть также потенциальный фактор разгрузки, поскольку сегодня состоится уже новый аукцион на молочную продукцию. Тренд, я думаю, то, что не изменится. То есть у нас уже с начала года не самая лучшая картина по ценам на сухое молоко, главный экспортный ресурс Новой Зеландии. Поэтому если статистика снова подведет, новозеландец будет вынужден отступать. Из важных отчетов сегодняшнего дня в 16.15, как уже сказал, промышленное производство по США. И в 23.30 ждем статистику по запасам нефти. Смотрим за цифрами, что увидим в плане прироста, либо сокращения. Это еще, опять же, не сигнал того, чтобы менять свое позиционирование в плане трейдинга по нефти. Подведем итоги этого отчета завтра, и в среду у нас еще будет более важные цифры от Министерства энергетики США. Официальная статистика, вот на нее мы сделаем с вами больше упор. Собственно, друзья, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, форма Markets к вашему распоряжению и канал на YouTube. Не забывайте, что помимо вопросов, ваших комментариев, вы еще имеете полное право поставить лайки, то есть большие пальцы, за которые я, как и всегда, буду вам искренне благодарен. На этом, собственно, все. Удачной прибыльной, результативной торговой сессии. Ну и давайте смотреть за развитием событий по американцу. Всего доброго. До свидания.